Итак, специально для Ракши записываю видео, как бардом хилить в овере. Это простенький овер, всего лишь пятый, но покажу основные просто идеи. Итак, когда у нас проседает таргет, получается соло, вот, например, Гул'дан, нам не нужно использовать ни Song of Heroes, ни Healing Rain. Мы просто можем спокойно подхиливать, соответственно, Rapid Shot'ом, который прекрасно захиливает соло таргет, или подхиливать Harp of Blessing. Когда проседает у нас несколько целей, то юзаем, соответственно, Song of Heroes по КД. И чтобы максимизировать ХПС, делаем таким образом. Ставим Healing Rain и врубаем Song of Heroes. Это когда просаживается много целей, когда нет никакой там суперсерьезной опасности. Если мы ожидаем от босса какой-то мощный скилл, то лучше придержать Healing Rain, чтобы потом выдать очень сильный ХПС. Ну так, тут нет необходимости нам сейчас захиливать АУЕ. Просто спокойно Гул'дана поднимаем, он там по 40 тысяч его хилит прекрасно. Оверхил это дело все уходит, следим за энергией. Если какая-нибудь дрянь на ком-нибудь виснет, типа бомб, то можем издалека пульнуть Harp of Blessing, соответственно, у меня он на G забинжен. Он диспейлит всю херню с наших сопартийцев. Перестаем обязательно играть на авто. Авто — это зло. Вот раз Гул'дана хильнули, бум. Он Гул'дан танчит. Захиливаем Гул'дана. Вот прекрасно захил идет. Нет необходимости подходить туда. Для восстановления энергии, когда все спокойно, можно включить Song of Heroes и посмотреть на нашу энергию. Наша энергия начинает вот так вот прекрасно регениться. Не забываем ее регенить. Энергия у хила должна быть всегда полная, когда вы готовитесь к какому-нибудь апокалипсису. Это, кстати, достаточно хороший оверлорд нам попался на первом боссе. Здесь будет летальный дамаг. Гул'дана захиливаем. Все хорошо. Продолжаем дамажить. Бустим наших ребят. На кнопочке Z у меня вынесена вот эта способность. Она дает очень хороший прирост атаки. Если еще параллельно крутнуть Song of Heroes, вы еще усиливаете плюс 50% силы крита ребятам. Кстати, Song of Heroes, чтобы усилить силу крита, не нужно крутить. Вот, Spell is Lethal, ставим лужу, включаем Song of Heroes, и в идеале, чтобы ваши сопартийцы подошли к вам. Все на изи захиливается тогда. Ждем КДшечку и снова захиливаем пацанов. Вот и все, элементарно переживаются любые бурсты босса. Ну, продолжаем стрелять. Подхиливаем танка. Ну, танк вообще фуловый у нас. Рвем линию. Отходим из этого оранжевых кругов. Сейчас Тайгу бабахнет. Подхиливаем Деза. Harp of Blessing, напоминаю. Можно здесь две цели у нас просили. Захиливаем Тайгу и захиливаем Деза. Поставлю под него лужу, чтобы он не умирал. Все хорошо. Так, рвем линию. Отходим из круга. Продолжаем стрелять, чтобы подхиливать нашего танка. Следим за энергией. Готовимся, сейчас будет летал. Будет вот эта вот способность босса. А, ну, ДПС сильный, поэтому ее даже не было. А я уже готовил Healing Rain, чтобы бустануть ХПС. Гул'дан танчи. Гул'дан всех решил. Хорошо, поставим сюда лужу. Подхиливаем соло-таргеты. Просто стреляем. И благодаря нашей пассивке прекрасной, цель с минимальным запасом здоровья хилится на дамаг от рэпидшота. То есть один рэпидшот — это три выстрела. Третий выстрел хилит цель с минимальным ХП. А Harp of Blessing хилит очень круто, снимает дебафы и хилит еще вас. То есть хилит цель с минимальным ХП и подхиливает самого барда. Будьте внимательны, Rapid Shot захиливает цель в радиусе 15 метров.
Подметаем лужу, потому что здесь сейчас может быть больно. Хилим Гул'дана. Harp of Blessing, смотрите, оп, на фул. Так, себя надо подхилить, потому что меня агрятся мобы. Так, мобы, пожалуйста, не убейте меня. Ставим лужу. Даем максимальный хпс. Лужа плюс Song of Heroes. Все хорошо, энергия полная, хп у всех полная. Ничего страшного. Так, на мне сидят эти мобы. Чуть-чуть отойдем, подхилимся. И сейчас Harp of Blessing я себе на фул отхиливаю. Буст плюс 50% силы крита для пати дает Song of Heroes, достаточно ее кастануть на одну секунду и прекратить каст. Так, где там у нас тайга? Вот он. Энергию восполним. Также советую всем бардам, так, захилим Гул'дана. Вот Harp of Blessing его хильнул там на 60 тысяч, все прекрасно. Бустим дамаг, ставим лужу, потому что много мобов. Даем full HPS, лужу плюс Song of Heroes. Все хорошо. Подхиливаем тайгу. Энергии нету, подойдем поближе, дадим сонг. У нас немножко все просели, имеет смысл крутнуть его ешку. Гул'дана, Harp of Blessing выхиливаем, все good. Идет небольшой АОЕ урон, поставлю лужу, чтобы спокойнее было. Энергию надо восполнить. Вот видите, обычный репидшот у меня хилит по 35 тысяч иной раз с критов. Таргет с самым нижним хп. Дочищаем трэш. Просто так ради ДПСа Harp of Blessing не стоит использовать. Потому что это крайне полезный скилл, вот этот, который у меня на буковке G. Он у нас диспелит всю пати, дает самый крутой таргет хил в игре. Так, вот спулили босса. Подойдем поближе, захилим пати. Под тайгу поставим лужу и чуть-чуть отойдем. Надо партизана чуть подтянуть, все good. Загеним энергию. Спокойно хилим танка обычными рэпидшотами. Делаем отпрыжку. И подхиливаем ребят, кто не успел уйти. Издалека просто спокойно дамажим рэпидшотом. Все захиливаются. Самый нижний таргет подтягивается к общему хп. Подошли, включили эту штуку. Подхилили таргеты. Так, здесь можно, в принципе, подойти чуть ближе к боссу. Здесь дамаг не идет. Подхилить ребят. Отпрыгиваем к дезу, захиливаем его Harp of Blessing. Так, теперь отходим, получается. Захиливаем ребят, которые стоят в центре. Гул'дан, живи. Сейчас Harp of Blessing дам. Вот и ты почти.